Пришла к нам Викуся наша навестить нас, бедных родственников. Ага. Шо, ага. Ничего. Говорят, тебя не хватает в наших видео, в съемках. Надо почаще приходить в гости, родителей навещать. Я и так каждый день прихожу. Ага. А то скоро нас вообще забудешь. Я каждый день прихожу. Да, конечно. За Оскаром. Ногти сделала, покажи. Блестят. Угу. Руки трясутся. Сама делала. Да. Ну, она уже давно сама делает. Не первый год. Угу. К школе готова? Конечно. Какой только, неизвестно. Что за школа будет? Не надо нам показывать его все прелести. Не смотрите. Песенки поет как. Да. Воды у нас нету. Пожарка. Газа нету. Его и не было. Я пошла туда. Вот ничего нет. У нас очень жарко. На столок идешь сегодня? А, нет. Я не знаю, куда я сегодня иду. Понятно. Да на ставке вода ледяная еще. Ну да. Да, в принципе, возможности нет. Папа наш там сидит, отдыхает. Тикток смотрит. Деградирует. Угу. Что бабушка делает? Да? Бабушка? Угу. Бабушка спала, потом... А потом покушала, потом мы с ней потрындели, посидели полчаса. О жизни? О жизни, да. А сейчас она там что-то походила по участку, а потом не знаю, куда пошла. Виноград уже кушаешь? Воруешь? Кушаю, конечно. Понятно. Осы еще не едят? Меня не. Та, виноград. Тебя. Не, нет, не видела. А вы едите свой синий виноград? Нет. Одна я его ем, что ли? Конечно. Ладно. Мы туда и не ходим за хату. Так это ж вот на углу там. Ну, мы туда не ходим. Конечно, там же нет еды, зачем туда ходить? Ну да. Вот пообедали, осталась одна соль. А что вы соль не даете? Говорит, пообедали, чупа-чупсом. И чупа-чупс, да. Вмакивали в соль. И так вкуснее, говорят. Шучу. Мы, может, будем скоро делать нутеллу. Классно. А я хочу муравейник сделать, торт. А кто тебе не дает? Делай. Вы мне не даете продукты. У бабушки проси. Я, может быть, буду делать бутерброды грибные на воскресенье. Ну, это я знаю, бабушка вчера говорила. Переехать уже хочешь или нет? А чё нет? Это просто. А, это да, да, нормально. А если папу на работу вызовут? То что будем делать? Ну, не вызовут, в смысле вызовут, не вызовут. Я имею в виду, если папа пойдет на работу. Что будем делать? Тут жить будем, а папа там будет. Ну ладно, как-то разберемся. Отсюда никак? Ну, не знаю, я посмотрим. Может и никак. Надо решать. Не за это. Да, конечно. Иди. А что за машина? Ну я не буду, ну что ты, кофе не купишь? На велике. А потом мы не будем ехать плавно. А. Я пешком не хочу для носить эту лодку. На трассу еще крылья. Я ж с лодкой, если буду, то я не на пляже, то где-то куда-то в другом месте. Хоть на ступеньке, хоть на... Ну на ступеньках, я же тебе говорила. Ну вот
вот могу сейчас взять машину. Где Милка? Где Милка? Смотри, вот Милка. Вот Милка. Оскар. Вот она. Вика, 1 сентября у нашей бабушки день рождения. Так, собрались на ставок. Мальчики хотят поплавать на лодке. Мальчик на ставке. Ну, мальчик. А с мальчиком мужчина, который не очень хочет, конечно, поплавать, но очень. Ради сына поедем на ставок сейчас. Пускай поплавают. Санька предложил Оскара взять, чтобы на лодке поплавал тоже с ней. Я говорю, Саша предложил Оскара взять, чтобы Оскар на лодке поплавал. Ты все равно не будешь. Мы же не с людьми сидим. И что? Ну, если я даже купаться не буду. Багажник. А ты же Оскара хочешь с собой взять. Ну, может плавать с нами вместе. А он там не жарко ему будет? Не знаю, его можно намочить, а потом будет плавать. Да. Ну, можно и так. Намочить его. Потому что очень жарко. А тем более резиновая лодка. Это, конечно, будет вообще. Рома, как всегда, спрятался в багажник. Как вроде места нету, да, сына? Угу. Так что, потом, наверное, и на ставке, да, поплаваете. То есть покупаетесь. Вот так. Викуся пошла гулять в гости. А мы справились с делами и решили поехать на ставок. Пока тихо, спокойно. Сегодня хорошо, что погода, что обстановка вообще хорошая. Вот. Анька, не закрывай ворота. Сейчас хочу переобуться. А то в домашних шлепках не хочется мне. В домашних. Так, приехали на ставок. Сейчас будут мальчики надувать лодку. Оскар сидит. Оскар, ты ждешь? Тоже чудо. И потихоньку. Еще и со звуками. Пошел процесс, видишь, потихоньку. И Оскар помахает. Оскар, иди сюда. Ты в воду его хочешь? Пошли, хоть возьмись, попробуй. Давай, сына, старайся. Так, тут такие ступенечки. Вот. Ой, уже, конечно. Польские, пипец. Ступеньки. Не боись. В моем детстве они были еще целые, эти ступеньки. Ой! Поплыл. Иди ко мне, мой мальчик. Иди. Иди, давай, на ступеньки. Становись. Вот тут, стой. Вот его тянет куда-то. Он к берегу плывет. Вот тут вылазь. Дальше попал. Сейчас упадешь опять, будешь плавать. Знаешь, я думал, вода ледяная, она еще нормальная. Да? Угу. Когда она ночью нагрелась, еще. Да ну такая жара, слышишь, палит. Ужас. И сгореть можно. Вообще.
Так вы по всему ставку будете сегодня? Наверное. Все, Оскар побежал уже куда-то. Оскар собрался уже плавать. Да? Так, одну половину надули, сейчас вторую уже. Оскар думает, что там оно орёт? Что-то пищит, что-то орёт. Рома старается изо всех сил, да, Ром? Ну, уже почти тут осталось чуть-чуть. Ну да. Надули лодку. Горячо? Так не стой там. Оскар, ты тоже будешь плыть? А если он выпрыгнет у вас с лодки? Значит, будет плавать. Капец. Так может не надо? Не, не надо. Что слишком горячее? Что? Вода? Вот. Как мы на нее сядем тогда, если она такая горячая? Ты залез, конечно. Оскар за вами. Давайте пока что. Или хотя бы намочил. Ну да, намочить надо хоть чуть-чуть. А то горячее. Воды поналиваешь. Подожди. Ром, не надо в полную лодку наливать воды. Все, все. Ты как, окунаться будешь? Теперь Оскар, иди сюда. Иди. Да не надо тебе так, будем плавать, как мы тогда плавали. Не, так, так быстрее. Вторую сторону. Оскар, там Цумир. Да елки-палки, иди ко мне. Опа. Сейчас его Оскар поплывет. Готов? Да. Оскар, иди ко мне. Не вижу. Машите пока. Вы хоть там этот себе спины мочите, чтоб не сгорели. Просто кто-то не выпрыгивает. Вообще плывут, чтобы плыть не вперед, как ты сидишь, а плыть. Ну пускай так плывет. А что он будет задом к тебе плыть? Не, обычно ну, надо развернуть ему и назад тянуть, ну так, лодку на себя тянуть. Ой, Оскар поплавает. Саш, не отпускай его.
иди ко мне. Не надо. Сейчас как выбежит и убежит куда-то. И выплывет. Рома, нравится? Вы долго еще будете плавать? А папе нравится? Над водой так красиво. Обожаю игушки. Да, тут прошло мое детство. Тут я в детстве тоже купалась на этих ступеньках. Прыгали с них. Оскар балдеет. Там тоже люди купаются, молодежь. Там с вышки прыгают. Так, все, мои накупались уже. Выходят понемножку. Выкидывают свои. Оскар пошел встречать. Хотела сказать, выкидывают ласты. Ага, решили помыть ее. Оскар, иди сюда. Оскар встречает. Все, накупались. А он и на пляж хочет везти. А не надо, чтобы сначала хотя бы высохло, а потом Оскар. Ну, конечно. Куда девать? Не, с Оскаром на пляж я не хочу. Бросай. Он там за всеми будет бегать, на всех кидаться. Оскар, пошли. Так что на пляж мы не пойдем. Рома, ты что, не накупался еще? Нет. Он бы прижил на спорте, понимаете? А если бы был якорь или же штрафом, то я бы этот кинула. Ну понятно, понятно. Так, все, грузимся уже. Да? Угу. Все, накупались. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Да, ставьте лайки. Да, сын. Так что ждем своих подписчиков.